Нормативы для группы начальной подготовки 1-1. Первый норматив – равновесие с ногой в сторону на всей стопе с помощью руки. Показывай. Стоим 3 счета и опускаем ногу в стяжку. Всего будет стоить 5 баллов. Отсюда вычитается ненатянутые колени носки по 0,1. Равновесие пассе на полупальце. Это второй норматив. Делай. Поднимаем ногу в пассе, поднимаемся на полупалец, стоим 3 счета и ногу ставим в стяжку. Еще раз. Давай еще раз. Спокойно. Подняли ножку, выдавились на ролевое высокое. Раз, два, три. Стяжка. Но здесь можно снять много ей за то, что не держала равновесие, за то, что нога шаталась у нее. И главное... градусов, потому что отсюда идут все равновесия. Вот. Если нога ниже, соответственно, за это тоже снимает. Плечи шатаются, тоже снимается. 0,1 за каждое шатание. Шаг с равновесия 0,2 будет сниматься. Всего. Третий норматив – поворот в пассе. Давай. Взяли. Препарасьон, поворот. Надо докрутиться. Еще раз, Ульяна. Полный поворот. Откуда начала, сюда и закончила. Давай, препарасьон. Главное не шагать после поворота. Тоже снимаю. Карандашик или перекат в переднем шпагате на правую ногу. Давай. Главное здесь задняя коленка прямая и задняя нога не открывается. Прыжок ножницы. Начинается со стяжки. Пошла первый шаг с натянутой стопы. Точка. Еще раз давай. Точка. Пошла. И натяни ноги. Разбег, прыжок, точка. Забыла. Шестой норматив. Прыжок касаясь. Начинается со стяжки. Разбег. Давай. Разбег натянутыми ногами. И у нее была сзади согнута нога и впереди стопа согнута, поэтому 0,2 ей сразу сняли. В конце точку надо обязательно поставить. Седьмой норматив – поворот с прямой ногой вперед. Препарасьон и крутим. Ей тоже можно снять за то, что колено согнуто и нога не 90 градусов. И в точку надо сходить. Восьмой норматив – прыжки на скакалке вперед и назад по 10 раз с прямыми ногами. Прыжки вперед, начинать со стяжки. Дарим 4, стопы натянуты, пятки ставим, 6, 7, 8, 9, 10. Точка. Закончили. Теперь прыжки назад. Раз, два, стопы натянуты, корпус не сгибается. Вот зацепка каждая, 0,1. Девятый норматив, удочка называется, со скакалкой. Давай. И поймать руку, не надо шагать. Еще раз, Арина. Скакалка находится сзади, ребенок в стяжке находится. Переводим скакалку вперед, ручку подставили и поймали. Десятый норматив – это перевод скакалки, сложенный в четверо, вперед и назад, руки прямые через ролеве. Давай, Алиса, 10 раз. Это считается один раз туда-обратно. Три, два плеча одинаково, 4, 5. Обратите внимание на руки, что они прямые, два плеча одновременно работают. Алиса, не ныряй вперед, ровненько. Угу. Неправильно. Неправильно. Сделай, делай так. Боком покажи. Локти не должны сгибаться. На полупальчиках также неправильно. Каждый норматив стоит 1 балл. Максимально надо набрать 10 баллов. Уже из 10 баллов мы будем за каждый норматив вычитать.